вы не сможете больше ходить. Я потерял всех – родителей, друзей. Осталась только бабушка и медсестра, которая каждый день присматривает за мной. Ты опять ничего не ел? Буду ли я есть? А смысл? Нет, не хочу. Привет, я ваш новый сосед. Давай знакомиться. Эй, ты чего? Давай знакомиться. Меня зовут Максим. Привет, а меня Алёша. Мне понравились твои рисунки ВКонтакте. ВКонтакте? Группа ВКонтакте, под ней было написано твое имя и фотографии. Я могу помочь тебе сделать выставку. Я согласен. У меня самая лучшая мама. Я знал, что она поможет. И пришел к ней на работу. Я хочу помочь одному мальчику. Помощь человеку – великое дело. А кто этот мальчик? Это наш сосед. Он живет с бабушкой. Но ты знаешь, у него такие красивые рисунки. Пожалуйста, помогите мне встать. Давай попробуем. Спасибо за все, что вы сделали для меня.